think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят, еще раз, ну что, продолжаем трэш, я не остановился, я потратил минут 30 уже на открытие, вот эти перезаходы, открытие сундуков, в итоге у меня появился баг, ошибка минус 100, при которой я уже, ну, наверное, на 94-й попытке у меня выпал ключ, попытку перед этой или 99-й, на 99-й, то есть по сути мы потратили 30 попыток на 300 самоцветов, за 10 тысяч самоцветов мы вытащили полностью все плюхи. Да, это крутая акция, реально в нее стоит тратить, играть, если вам повезет. И у меня пропал этот ключ, вот самое интересное, что на 99 вылезла ошибка минус 100, вот я думаю у многих ребят, кто играл, та же самая хрень, и просто тупо пропали ключи, то есть в данном случае пропал золотой ключ. Вот на 89-й он опять у меня появился. Сейчас я зайду, выйду, покажу вам, сколько я чего забрал. Я все плюхи забирать не буду, потому что я просижу полдня просто тупо на одном аккаунте. Вот смотрите. Вот это вот за, грубо говоря, 10 тысяч самоцветов, да, там больше немножко, 12 пусть будет, 12 тысяч самоцветов мы получили вот такие вот плюшки. Сундуков немерено, я вам скажу. Поехали в акцию, сейчас мы еще, это не все, это мы еще сейчас заберем. Короче, дикие баги, я не знаю каким образом, но плюх здесь падает в разы больше, мне кажется, нежели даже у меня на английском, я имею в виду, сами сундуки, то есть для без доната, если у вас есть там 40-50 тысяч и есть время, потому что очень хреновые лаги, обязательно тратьте, вы получите просто бомбические плюхи. Так, ну что, поехали, грузись давай, будем сейчас пробовать с вами забирать самые основные плюшки, которые нужны. Вот смотрите, блять, опять та же самая хрень. Вот у меня был только что ключ. Вот у меня уже второй раз он просто тупо пропадает. И вот эта вот фигня, я даже не знаю. Ну это просто, ну, разводняк. Вот был у меня только что, я вам показал, был ключ. И второй раз я перезахожу, и у меня он пропадает просто тупо. Что с этим делать, я даже не знаю. Два ключа золотых у нас просто тупо пропали. Награда дается один раз всего лишь. То есть, ну, тут вариант либо заходить и сразу же забирать, нажимать на плюшку, не знаю, раздуплиться. Вот, неожиданная ошибка, пожалуйста, попробуйте позже. Пробуем позже. Через несколько секунд нас опять сюда пускает. Но опять же, у меня нету опять ключа. Вот. Просто магия от IGG, я не знаю, как это назвать. Я сейчас попробую вообще перелогинюсь, возможно он будет. Возможно это визуальный баг, но это хрень. И, блин, это обидно, то, что вот начали эти подвесоны, все надеялись на эту акцию. Акция реально просто бомбическая. Возможно, IGG просто захотели, решили нам не давать плюхи. Вот видите, попытки списались, но плюх у меня, по сути, этих нету. Мне интересно, или даст эти сундуки забрать? Придут ли плюхи сюда? В общем, мистика одна. Эти мелкие попродаю, чтобы места были. О, прилетела порция плюх. Ну, отлично. Хоть забрали... еще какие-то плюхи. Но нету... Тут просто тупо нету золотого. Это просто пипец. Вот от этого бомбит. Я думал, я уже не смогу вам показать. Вот я вам показал наглядный пример, как пропадают просто тупо ключики. Второй раз. Я буду улыбаться, если он не прилетит вообще. Нам еще пыльцу надо на этом аккаунте собрать. Ну вот его, видите, нету. Плюшки пришли, ну что, интересно, если я сейчас еще раз нажму, мне опять придут плюхи сундука.
Это будет реально круто. Но я думаю, что, наверное, вряд ли. Хотя, блядь, если придут, это, конечно, жесть. Сейчас я вообще перелогинюсь. В общем, чудеса, ребят, творятся на русском сервере. Кто донатил, конечно, наверное, сегодня будут просто в шоке. Кто не донатил, и вот такая вот фигня с ключами. Еще, наверное... Ну-ка, че, блядь, два раза? Бля, ну я зайду сейчас в акцию. Просто жесть, ребят. Ну что я могу сказать? Я уже ничему не удивляюсь. Ой, ё-моё! Дайте эту попытку. Блин, не на то нажал, заговорился. Жесть, не забрал, блин, сундук. Короче, тупо жесткий трэш, ребят. Два раза забрал. Сейчас, кстати, надо зайти почитать правила акции. Мне интересно, просто я не помню, там сколько этих ключей дофига добавляется. Если я не ошибаюсь, там, по-моему... Так, давайте я нажму на этот сундук, заберем его. Супер. Это супер пах. Это фиаско просто. А, нет, здесь засчитало. Большой засчитало. А что с этими? Сейчас еще раз зайду. Может, они не ограничены, не знаю. Но это просто трэш, ребят. 200 пыльцы забрали. Сейчас я гляну просто, что там по этим сундукам. Может, там по правилам можно, нельзя столько забирать. Ну это просто кайф. Две карточки мы уже достали. Это называется супербаг на донатных героев. Я сейчас зайду правила, специально почитаю. Офигеть. Просто офигеть. А, вот все, засчитало уже, наконец-то. Каждый игрок ежедневно получит одну бесплатную кирку, которую можно использовать для раскопки сокровищ. Игроки имеют несколько кирок. А, игроки могут иметь несколько. Все. Игрок может открыть только один сундук каждого вида, ребят. Один. Но мы уже с вами открыли два обычных. Магия. Читерство. Ну или супербах, я не знаю. Но реально это круто.
Ну, вы сами видели. У меня пропало. Точно так же еще раз появилось, пропало. Соответственно, я не знаю, что это такое. Но это круто. Написано, один сундук мы открыли два раза. Ну, давай раздупляйся. Что это такое, блядь? Что это за хрень? Три донатных карты? Да ну нафиг. Спасибо, IGG. Ну, красавчики. Что я могу сказать? Так, надо что-то быстренько под это вотать. Просто писец. Я в шоке. Ребята, я просто в шоке. Три донатных карты. Три донатных карты. Ну, я не знаю, бах, не бах, ну, IGG, вот вы написали там за ту акцию, ну, а что за эту акцию? Я надеюсь, вы дадите и за эту акцию еще по 1000 самоцветов, потому что 3 донатных карты, ну, маловато. Однозначно маловато. Надо еще. Жесть. Я в шоке. Просто в шоке. Блядь, пацаны, забегайте, пока есть возможность. Открывайте, получайте, забирайте, я не знаю. Это просто жесть. Ну, что самое не есть, самая настоящая жесть. У кого есть попытки, заходите быстренько, забирайте. Три карты. Три карты уже получили донатных. Ну и, конечно, поставили по лайку. Я надеюсь, кому-то это поможет, как на этом аккаунте, потому что это просто супер-мега-трэш. Я не знаю, с чем это связано, но по ходу выходной IDG, ну, они могли бы просто... Ну, хотя нафиг надо, пользуйтесь. Пока есть возможность... Мы ничего не нарушаем, мы заходим просто в акцию, и она выдает нам вот такие вот трешаки раз от раза. Ну, что я могу сделать? Вот я не виноват. Все, больше нам не дало. Давайте, а давайте, кстати, перезайдем. Блять. Жесть. Просто нет слов. Я не знаю уже, что сказать, но русский сервер вот сегодня, наверное, за 5 лет, которые играю в эту игру, первый раз удивил. Посмотрите внимательно. И сейчас мы получим, блядь, еще одно. Что это такое, блядь? Без комментариев. В общем, ребят, пишите комменты, ставьте лайки, покажите этот видос друзьям, у кого есть самоцветы, пусть срочно по возможности воспользуется, кто сможет, потому что это реально халява. IGG на это забило, они убрали одну акцию, на остальные как бы забили ее. Ну, забили-то и забили, но есть такая возможность, поэтому почему бы и нет. Вот посмотрите, опять захожу, опять у меня... появилась возможность собрать. Что я могу сказать? Спасибо, IGG. Я вот первый видос выпустил. Самый нищенский сервер. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, ну, вот, получили карты, официальные события. Раздуплилось, что ли? Блять, это просто пиздец. Я в шоке. Я просто в шоке. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Пользуйтесь. Ну, я не знаю. Посмотрим, сколько у меня получится на этом аккаунте чего собрать. Всем удачи. Всем пока.